Серию новых марок выпустила Казпочта к 25-летию независимости страны. В церемонии также участвовали сотрудники казахстанских компаний «Казахтелеком», «Казатомпром» и «Казахстан Темиржолы». На марке на фоне чистого неба изображен монумент «Казак-Еле», а также памятник золотого человека. Теперь ее можно приобрести в почтовых отделениях страны. Тираж марок составляет 7500 экземпляров номиналом 100 тенге. Как сообщили в Казпочте, за годы независимости выпущено более 1000 почтовых марок, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и выдающимся личностям. За годы независимости, в течение этого времени, Казахстанская почта, как и многие компании, отрасли наши, все сделали для того, чтобы наша страна развивалась динамично и сегодня имела такие замечательные результаты. Сегодняшнее мероприятие, посвященное выпуску марки «Мәңгілік ел», это одно из следующих этапов, которые именно позиционирует нас как казахстанскую почту, Казахстан действительно динамично развивающейся страной.